У нас в гостях Яна Павленкова, организатор TEDx Нарвы. Добрый вечер, Яна. Вот просто спросим сразу у тебя. Ты нас не обманешь, как прошел TEDx Нарве, сколько было людей? Поделись, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер всем. Добрый вечер. Я считаю, что мы справились с задачей, и TEDx Нарва, этот местный TEDx прошел, мне кажется, достаточно интересно. Это самое главное, потому что я слышала, что люди очень долго потом еще говорили о самих идеях, которые прозвучали с нашей импровизированной сцены. И у нас были все 100 мест, которые мы запланировали, они были полностью заняты. Потому что у нас была такая лицензия, в этот раз мы больше 100 человек не могли принять. Поэтому я считаю, что мы сделали то, что могли, и то, что было в наших силах по этой лицензии, что у нас была. Но плюс у нас же был лайв, который нам помогал делать ЭТВ+. В Фейсбуке, да, точно. Да, и там было почти что 20 тысяч просмотров. Поэтому я думаю, что для такого маленького мероприятия, и из-за того, что мы первый раз пробовали такой формат, то есть выйти на Фейсбук, я думаю, что он себя всячески оправдал. С какими проблемами вы столкнулись во время проведения организации конференции? Абсолютно со всеми возможными и невозможными, вплоть до того, что в последнюю минуту что-то меняется, какой-то спикер, это осталось немножко, но, может быть, за кадром, я надеюсь, что не все заметили, у нас поменялся один спикер. Что-то случилось, да? Кто-то заболел? Да, ну, есть всяческие, да, вещи в жизни, которые мы не можем управлять, и человек тоже не может часто с ними сразу справиться. Кто же этот герой, который сумел занять место? Например, Ибрагим, он нам сказал практически уже в последний момент, что он все-таки сможет приехать. И мы были этому безумно счастливы, потому что, да, один другой спикер, он был вынужден отказаться по личным обстоятельствам. Скажи, пожалуйста, кто из спикеров запомнился тебе больше других? Где можно эти речи посмотреть после конференции, да? То есть на какие речи стоит обратить внимание, каким выступлением особенно присмотреться? Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что... Хорошо, ты организатор, да. Все эти люди, как я однажды говорила, что это все, в принципе, наши друзья, все, кого мы приглашаем, все наши знакомые, все те, кого мы считаем очень интересными. Мы просто делимся своими рассуждениями, да, с публикой, которые приходят. Поэтому, но все это будет, я думаю, в течение месяца мы сможем управиться, потому что мы должны смонтировать все эти так называемые речи, потому что и они будут доступны через специальный канал TED.com, там есть специальная библиотека TED Talks, да, речи TED-а, и они там будут доступны, плюс они будут доступны через специальный YouTube-канал TEDx Нарва, и плюс, конечно же, мы сразу сделаем необходимые все оповещения на нашем канале в Фейсбуке и, конечно же, на нашем веб-странице. Так что если те, кто у нас был, они залайкают нашу страницу на Фейсбуке, то, конечно же, самыми первыми видят все новости. Да, поэтому мы работаем на то, чтобы монтаж был как можно быстрее. Яна, в Эстонии несколько конференций TEDx. Чем они отличаются и в чем изюминка TEDx Нарва? Я думаю, да, что каждая TEDx-конференция в Эстонии уже нашла своего определенного зрителя, своего определенного поклонника, свою нишу. TEDx Таллин, я бы сказала, такой, знаете, огромный на всю Эстонию. Они привозят таких огромных звезд там за рубежа. И TEDx Ласнаме, например, он чисто для русскоязычных и даже эстоноязычных. Обычно те, кто выступает на эстонском языке, они приходят и рассказывают свои истории, свои идеи на русском языке. Поэтому они тоже очень-очень такие специализированные, сразу скажу рекламу, да, что 1 апреля уже будет TEDx Ласнаме, поэтому все поклонники TEDx обязательно не пропустите. И я вчера уже закончилась продажа билетов, знаю, что билетов больше нет, но вы опять же будете следить по лайв и потом ждать ретей. Мне кажется, надо увеличивать количество посадочных мест для того, чтобы... Нет, не надо. Это должно сохраниться вот таким определенным моментом, чтобы... Потому что это не просто конференция, да, это своего рода образ общения, и поэтому... И если обратиться к TEDx Нарва, то я считаю, что мы нашли, наверное, свое место под этим огромным солнцем TED-а, что мы находимся на границе, и поэтому мы можем брать, я надеюсь, что мы в дальнейшем тоже будем брать немного провокационные темы. И плюс мы говорим на трех языках, потому что хочется вспомнить историю Нарвы, когда это было нормально говорить на трех языках Нарве, но, правда, был не английский, а немецкий язык, да, эстонский, английский, эстонский, русский и немецкий.
Ну, у нас пока что английский. Мы до немецкого как-то не дошли пока что. Но у нас были спикеры из Германии. Яна, если вот так вот говорить коротко и ясно, почему же все-таки конференции TEDx, они нужны? Почему они необходимы? Вот так вот просто и легко? Совсем просто и легко, потому что это подразумевает сразу то, что местное общество может что-то сделать, потому что это совсем конференция не такая, как, например, уездная управа или университет, или кто-то такой большой пришел и сказал, вот давайте мы сделаем большую конференцию. Мы говорим, хорошо, давайте. И вот кому-то заплатили, и кто-то там что-то делает. Это всегда происходит так, что вот собирается там сначала 5, потом 10 человек за кофе поздно вечером, все после работы, после тренировок, и говорим, ну что ж, это было бы здорово, если бы у нас была своя TEDx-конференция. Все говорят, о, круто, кто бы за это взялся? И вот и мы начинаем, то есть это начинается абсолютно с нуля. И когда это вырастает в такое большое действо, когда все люди, когда люди, у людей появляются новые идеи, новые темы, ой, обязательно посмотрите Ева Пунш, что говорит про кулинарию. Это совсем новый подход к кулинарии. И столько было обратной связи на ее речь или Наталья да? Дробот, потому что такие очень жизненные речи, очень касательные наш каждый день. И вот когда получается, вы видите, что все приходят на этот день, они что-то ожидают, и потом во время обеда вы слышите, что они говорят с новыми людьми, они подходят к спикерам, они у них хотят что-то спросить, они уже ждут, когда же будут эти все речи. Ян, то, конечно, спасибо вам тогда огромное. Вот мы и счастливы. Знаете что, так приятно наблюдать человека, который просто одержим собственной идеей, который так страстно говорит. Потому что у меня уже не осталось сомнений, что на TEDx Нарва в следующем году надо ехать, все просто бросить обязательно. Или хотя бы в прямом вот эфире смотреть то, что там. Ну, сейчас TEDx классно, я уверяю вас, там точно такие же замечательные люди. Они были у нас тоже в Нарве. Я не знаю, если мы с Ильей сможем достать контрамарки, тогда пойдем. Если нет, то придется сидеть в Фейсбуке, в халате дома. Сидеть с чашкой чая и смотреть это онлайн. Спасибо большое.